Вот мы все держимся за стабильность, вот стабильная работа, стабильная семья, стабильные отношения с друзьями. И все, все очень хорошо. Что-то должно быть стабильное, какой-то позвоночник в нашей жизни. Но все сплошь стабильное, это обречено превратиться в застой. И тогда надо думать о том, как спасаться. Потому что душа человека в состоянии абсолютной и полной стабильности не развивается. Ей нужны и стрессы нужны, и впечатления свежие. И мы пугаемся, когда у нас бывают депрессивные состояния. Также и я испугалась, вот когда оказалась в больнице перед написанием «Елагина острова». Как было страшно, ничто не мило, ничего не хочется, абсолютное неверие ни в себя, ни в свои силы. И я пристрастилась к гаданиям. Но причем к каким гаданиям? По книжкам. Открываешь книжку, стихи. Я спросила у Николая Огнивцева, поэта Серебряного века, как мне дальше быть. Открыла книжку наугад и читаю. Будь высоким, краснощеким, крепкогрудым, зоркооким, как твой предок Зверолов. К черту хилых и унылых, в яму дрявных слизняков. Пусть скопцы брюзжат сурово от щите всего земного и клянутся сединой, что в могиле лишь одной нам дано отдохновение, и что жизнь одно мученье, искушение, слезы, мука, позолоченный хомут — эта штука. Врут. Посмотри, на небе солнце, на земле девичий смех, светит смех. Смеется солнце, эх, в хороводы, эй, веселая орда, грусть на крюк, в карман невзгоды, в хороводы, эй, сюда. Пусть вон тот юнец с пробором до седьмого позвонка смотрит кислым резонером в речку дохлого щенка. Пусть вон та седая дама, соромянница Адама, нам грозит дрожащим пальцем и воззвав ко всем страдальцам, выражая гнев и грусть, норовит в слезах истечь. Ну и пусть пренебречь. Эй, не кинься, в этой жизни смех надежнейший вожатый. Смех с дороги не собьется. Пусть весь мир дрожит и бьется, словно кошкин хвост, прижатый ненароком меж дверьми. Прочь унылых, в яму хилых, будь здоровым, будь веселым, будь лукулом полуголым, будь кентавром, черт возьми. Жизнь — единственное чудо, как философ не злословь. Есть на свете ведь покуда солнце, гейны и любовь. Это вот, причем стихотворение называлось «Завет». Понимаете, я просила совета, мне дали совет.